намного легче. Больше возможностей работать. И быстрое обучение кисти каким-то новым схватом. То можно его мочить. Только я надела протез, я почувствовала весовое различие. Этот протез намного легче на несколько порядков. Функциональность то, что вот этого протеза, что он биомеханический, то, что складывается с, там, разные положения, естественно, больше возможностей работать электровензоинструментом. Хватательная функция мне больше нравится. Она фиксирует хват лучше. Я освоила схваты этой кисти 2 дня, и я могу с одного переходить на другой. Ну, попробовать можно даже так же и с лопатой покопать что-то в землю ту же. А вот хочу попробовать на мотоцикле. Как мы все понимаем, это дает преимущество перед другими кистями. Для того, чтобы пациент чувствовал себя хорошо в повседневной жизни. Мы решили поэкспериментировать с водой и погружали протез в аквариум с рыбкой. Ну, со своим старым протезом я бы, конечно, такого не сделала. Это очень опасно, а с этим мне было не страшно. Мыть посуду, не задумываясь о том, что я могу намочить кисть, она слетит с гарантии. Мыть полы и делать еще какие-то работы или какие-то развлечения именно с водой связанные.